О, боже, скажи да. Лунный сахар. Все. Вместо 1000 слов. Это смотреть. Да, не смотри лучше. Я вижу, как вы бегаете и стреляет турель. Вальгала! А, уже всех убили. Вальгала! Я живу! Ух, его! Нормас. Да 28 патронов в турельчике моей. Вообще патронов не успел. У меня еще 200 патронов на турели есть. Золотком забегаю. Какого трупа лежат? Подожди. Стопэм. Сейчас машина моя взорвется, смотрю. Она просто отскочит на мою машину. Типикал. Сука! Второй раз так не бывает. Я знал, что это произойдет на самом деле. Знал. Ну просто, почему бы и нет, знал. Знал. Это простая миссия, я не знаю, почему она не уважает. Серию ударов пишет. Окей, смотри. Я понял режим. What the fuck? Ааа, блядь! Сука. Я труп. Все, прощай. Вон вентиляция, все. О, ебать. О, ебать. Ты шо, блядь? Это игра. Правильно! Кто боится? Ты боишься! Не подходи сюда! Ууу, блядь! Ты посмотри на это! Вот это охереть! Вот это был просто Next Gen тактики! Спокойно. А вот этот скотина притворяется. И как мне тебя обойти? Слышь, походу я знаю, как мне тебя обойти. Блядь! Ой, ебать. Стой, стойте. Так, тихо. Погнали. Нет, стой, стой! Какой три, мы еще не подошли. Ты сядь, во-первых. Вы что, там уже жмете, что ли? Да, Таня, сядь. Таня, Таня, не вертись. Не вертись, типа даже. Все, давайте сначала все пусть подойдут. А где так. Даша? Да а, тут я! Все подошли. Да. Сейчас он, давайте нет, еще Даша, раз. Еще раз он Даша, это сделает свою штуку. Да. Вообще не двигайтесь просто. И потом. Тихо. Готовься. Зажимаем. Раз. Зажимаем. Раз. Два. Два. Три. Хуярим. Кто так кроме меня по нему попал вообще? Стоять! Тихо, тихо. Блин, это была тактика вообще. Поприседайте еще на нем, блядь. Привет, ребята. Купи. Мороженое убивает. Забрать все. Мародер получено достижение. Фокс, спасибо за 100. Жмяк не F5 по зязе, после этого рекомендую F4. F5. Спасибо. Ты вредитель, скотина. О, да, боже. На этом индикаторе показаны все решения. Почему они все какие-то понижающие? Блять, как это низко, понимаешь? Просто смотри. Эволюционная шкала приходит четко к стримеру. Вот она, посмотри, вот она. Четко ко мне приводит.
Обидно, конечно, было обидно, да. Вот, типа, говорит, вот к чему приведет. Тёма? Тёма, когда приехал ко мне, смотри, был момент, я, в общем, иду по перрону, осматриваюсь по сторонам, вдруг слышу издалека, вот это, понимаешь? Вот это сейчас. А можно обратно? Во. Слышу. Вот это вот. Я думаю, это, наверное, Тёма. А это Таня. И она бежит ко мне. Как обнимет, понимаешь? Тут подбегает Тёма. И такой, ты знаешь, прям такой... Я говорю, Тёма, он такой... Я говорю, точно Тёма? Ага. Потом смотрю, короче... Даша молча подходит сзади. Я говорю, Даша, а она такая... Я так офигел тогда. Слушай, этот звук надо на донат поставить. О, блядь. Простите. Фу, полегче стало, хотел сказать. В этом послаблении. Туда мы не пойдем. Я понял. Я просто-просто шкафчик. 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 Я просто шкаф. Я шкаф. Я просто шкаф. Я просто шкаф. Не боюсь совершенно. В тусклом свете луны он по базе гулял. Просто в окна смотрел, просто тихо вздыхал. Но увидев его, ты наделал в штаны. А он просто хотел лишь немного любви. Гадость такая. Не прочувствовал, конечно. Ехай нахуй, ехай, ехай. Как видите, это было очень просто. Там, по-моему, еще пришли. Смотри под ноги. Что под ноги? Смотри куда. Там стримеры занимаются, то свободное время. Мы раздеваем бабушку, да. С кляпом во рту, да? О, май. О, наконец-то, раздевайте скорее. Она там в подвесках, господи. В подвесках. Здравствуйте, а вы в подвесках? Да. Раздевайте скорее, давайте. Понятно, понятно. Понятно, конечно, контент пошел. Здравствуйте, здравствуйте, конечно, конечно. Я презерватив держу. Фига там, фига ты, посмотри на это, посмотри. Блин, ну камон! Я почти носила ее! В смысле, ты выиграла? Да, детка! На одно всего, алло. Надо было, знаешь, Тёма, типа, они раздевают, а мы кричать, да, быстрее! В чате такие, чё так мало времени? Ёбаные вареники. Вареники-то типа за что? Мне, пожалуйста, килограмм пельменей и полкило ёбаных вареников. Смотрите, дырка какая. Смотрите, какая у меня дырка. Пока взвешиваете, блядь. Женщина ёбаных нету. У нас повар заболел. Зелёно-красное такси. О-о-о, вот это. Так. Амбор. Да-да-да. Есть у меня один маленький апельсин. Чат, пока назови, какого года эта песня. Апельсинчик мой, маленький мой, апельсинчик мой, сейчас его съем.
будет моим сосудом. Ну хватит, пожалуйста. Песенчик мой. А потом припев. Я на горшке сижу, и в потолок гляжу, во всем виноват круглый оранжевый гад. Я на горшке сижу, и в потолок гляжу, во всем виноват круглый оранжевый гад. Есть у меня один маленький апельсин.